всем привет. Бабушка, дедушка, это же был. Чуть-чуть задавили, а мы привезли ее домой, а мы спасать в речку отпускать. Как ее отпускать в речку? Такой шторм, я не знаю. А ну, давай, я посади вот сюда, я на берегу посмотрю. Да, сади, я на берегу посмотрю. Что она там делает? Это ее стихия. Поперла. Давай, ну она разберется. Они у нас кто не знает, они... Это сухопутная черепаха, по-моему, черепаха тордила. Короче, спасаем черепаху тордил. Вон, все, нырнуло. Нырк. Сейчас где-то вынырнет. В общем, это их стихия. А, вон она. Все, погнала. Все, пошла она дома, короче. Правда, она жила немножко на другой речке. В Четырлыке, а это... У нас тут немножко другая, это частная собственность, но ничего. Все, она теперь дома. Он ныряет, пошла. Вот такой вот ураган. Бывает, еще будет 5 дней такой тут. Все, ладно, иди садись в машину, сейчас водичку набираем. На роднике он тут был. Все, погнала домой твоя черепаха. Все, пока-пока и маши. Все. Тортила дома. Спасена тортила. Не задавили ее машины. Здесь ее не задавят. Здесь далеко до трассы. Пусть живет. Все. Ага, садись. Водичку набираем на роднике и домой. Всем пока.